Как? А, говорят, сегодня тян плоский. Но надеюсь, что где-то мы найдем немножко волн. Ну, либо будем сегодня 2 часа грести. Это полезно, это нет. Плюс у нас еще вечером есть время. Всегда есть время. Я тут веду фотосъемку, как Сережа катается на коротком борде, хардборде. Ням-ням-ням. Потому что ничего не происходит. Волн нет. Сережа говорит, я порчу фотографии. Когда позируешь, договаривай до конца. Вот, говорит, порчу фотографии. Порчу фотографии, дорого без СМС. No good for you. You better get to getting on your goodbye shoes and go, go, go. Better listen to me, he's low, low. Ладно, там я сейчас видела такую волну. Вау! Торжественный момент. Да, мы идем на супер топ в день, когда вообще нет волн. Свержи. Три португальца, Бразилия. И красавчики все. Возможно, это даже не профессиональные серферы, давай скажи, кто говорит. Надо брать. Вадим. Я манал. Мне нормально. А теперь мы пришли на наш пляж просто оценить, насколько различаются волны. Это новый уровень дерьма. Короче, на пене прикольно сегодня кататься. Сегодня день рождения. Хозяйки. Тут темно, но мы пришли пробовать новое блюдо. Давай, Маша, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Как это? Вкусно. Вкусно? Врешь? Все правда? Нет, рыбка какая-то. Скажи прям в камеру, вкусно? Вкусно. Ну я люблю это. Дуба два. Что происходит? Мы находимся в порту, и тут куча детей, они с котелками зачем-то другое, видимо, поливают. Я не знаю, что происходит, это какое-то безумие, все завернуты в черные плащи. Да. И в желтое. И в желтое не футболки, но какие-то полотенечки, они тут, короче. Какие-то короны есть, и есть ведра какие-то. Они, короче, они... Такие нарядные. Вообще не знаю, видно или нет, а там довольно нарядные люди забегают в воду, делают рубашку и в этом грязном заливе что-то мутит. Ничего не видно. Я думаю, это как связано с религией. Артем посоветовал посетить Назари, и вот мы в нем. Тут с горы открывается вид на океан и горы. Вот это город. Если хотите посмотреть на черепичную крышу, не обязательно ехать. Чехию. И вон океан. Он сегодня бушует, там такие сильные волны. Главная площадь города, видимо. Вон тут собор какой-то. И куча всякого китайского барахла, магнитики, пончо. И все остальное. Только что меня вылечили, забрали. Пускай, all my pain from me. Okay. Marco, ¿qué es tu problema, Marco? Okay. Marco, ¿qué es tu problema? Короче, что сегодня? Сегодня второй день соревнований. Идет дождь. Волны огроменные какие-то, ну, по крайней мере, для нас. Но, я понимаю, это не предел размера волны.
стреляют. Да. Катаются они очень. Ну вот, короче, с кафе покончено, поела? Да, вот такой вот ела шарлотку. С учетом того, что кто-то дома спорол огромную тарелку макарон и кусище курицы. Куда в тебя провалился, скажи? Ну я спортом занималась вообще-то, я не знаю, что вот это там делал на волнах. Я, между прочим, катался и получал удовольствие. Вот, но только было удовольствием, а я спортом занималась. В общем, мы приехали на мыс Рока. Ветра нет совсем. Где здесь дул, я не понял. Или ветер-то? Мы приготовились, взяли кучу теплых вещей. Я уже прочитал вашу лекцию про то, что не подходить к краю. Да, не подходить к краю. А в результате вообще тишина. Короче, мы тут кино смотрели, смотрели. И вдруг на самом интересном месте появилась надпись. Перерыв. Это как в театре. Что это вообще? Будет прием, да. У нас Моника перевела в классный ресторан. Вон там вид на остров. We have a GoPro. Oh. We are going to make some videos. Yeah. Пока краб еще не пока краб еще не съеден, надо его снять. Ну вот так он выглядит в разобранном состоянии. Очень вкусная центральная часть. Мы давно не снимались, поэтому решили выступить. У меня вот сегодня обнаружилась царапина на лбу. А я вдруг обнаружил невозможность поднимать правую руку. И левую. Это мы сегодня посерфили наконец-то. Первый раз за 3 дня. А, мать моя женщина, я что? Но было классно. Были такие волны четкие. А вчера нас, когда везла обратно Моника из кафе, вы видели такие огромные волны, она еще говорит, там на том склоне она видела Нептуна. Лик Нептуна, шторм. Лик Нептуна, шторм, и у нее есть фотка, она нам обещала показать. Вот. Сегодня мы успели. У нас последняя ночь, и чемпионат тоже сегодня заканчивается. Мы закончили работать и успели прибежать, правда? Что-то тут ничего не происходит, но зато мы дошли до финала. Розовое небо, не знаю, видно ли будет на камере.